Всем привет, вы на канале про восстановление. Парень восстановил автомобиль ЗИЛ-43-3180 для работы. Парень по имени Сергей решил приобрести грузовик для работы и восстановить его своими руками. Так сказать, руки чесались что-то перебрать. Как-то раз ему предложили купить ЗИЛ. И вот в очередной выходной парень выехал его осмотреть. Зилок оказался непростой, бортовой грузовик с повышенной грузоподъемностью до 8 тонн. Движок D260, рядная шестерка Евро-2, 185 лошадей. В довольно-таки неплохом состоянии, но все равно есть к чему приложить руки. Немного ТТХ, ЗИЛ-43-3180. Базовый бортовой автомобиль с увеличенной до 8 тонн грузоподъемностью. Дизель ММЗ-D260. 11 Е2, 178 лошадиных сил, Евро-2, база 4,5 мм, габаритный радиус разворота по внешней точке 8,6 м, снаряженная масса автомобиля 6200, МКПП 9-ступенчатая, контрольный расход топлива при 60 км в час 19 литров на 100 км, максимальная скорость 95 км в час. Автомобиль отличался оригинальной маской капота с пластиковой облицовкой радиатора из-за более длинного двигателя. На грузовике кузов был уже почти проржавевший. Раму тоже было бы неплохо привести в порядок. Почти все агрегаты находились в довольно-таки сомнительном состоянии. Но и все-таки машина находилась не на выставке и была рабочим аппаратом. Вот таким был ЗИЛ в момент покупки. Началось все с полной разборки. Задний мост был полностью снят для восстановления. Также было принято решение перейти на камазовские 10-шпилечные евродиски со ступицами, которые были куплены на разборке. Из-за разности размеров ступичных подшипников, имеющихся усиленного зиловского и камазовского, было принято решение поменять полностью мост. Установить обычный 8-тонный, а базовой модели 43-31. Установил новые камазовские тормозные колодки. Евроступицы 10-шпилечные заняли свое долгожданное место с тормозными барабанами. Широкие диски J7,5. Ну и доделали остальную мелочевку. Теперь мост был полностью готов к установке. Затем приступили к ремонту передка. Будет ремонт уставших узлов, а также установка евроступиц с тормозами от КамАЗа. Практически все то же самое, что было проделано спереди. Все было перебрано, очищено, покрашено, заменено изношенные детали и так далее. Также парень решил заменить родную 9-ступенчатую КПП от ЗИЛ на КПП от КамАЗа с делителем. Она будет надежней, более ремонтопригодней ввиду дефицита запчастей на зиловскую коробку. Да еще и камазовские КПП скорость будет порядка выше. Затем пришла очередь кабины. Ее сняли, полностью разобрали. Вся старая краска, ржавчина снята до голого металла. Для качественной покраски капот и двери постигла та же участь. Абсолютно все очищено до голого металла. Решетка радиатора стеклопластиковая, ее отшлифовали и вывели в чистоту. Крылья, подкрылки, было решено купить новые, стеклопластиковые. Далее приступили к грунтованию, использовав эпоксидный грунт, который качеством и защитным свойством намного лучше заводских. После грунтовки все стыки и швы были промазаны полиуретановым герметиком. Дно покрыли резиново-битумной краской. Всю кабину и капот вывели до хороших форм. Загрунтовали акрилом для шлифовки и далее покрасили в нестандартный цвет, но очень красивый. Цвет слива 478 по каталогу Lada. Далее сборка, установка на место. В итоге парень полностью отремонтировал и восстановил своими руками ЗИЛ. Грузовик будет служить владельцу и кормить семью. Помимо восстановления всех узлов и агрегатов, автомобиль был доработан. В нем даже установили кондиционер, что для такой машины это роскошь. В результате получился идеальный грузовик для работы. Автор восстановительных работ Сергей Андросов. Статья была взята с сайта автосамоделки.
А также давайте в комментариях отблагодарим автора данного зела. Огромное спасибо за лайк под видео. Спасибо. До скорых встреч.